Ну так, где стоит тут огромная пушка, но под нами находится кракен, прикованный. А там вот на том берегу солдаты охраняют гигантского быка. Этот бык, он однажды он разрушил целый город. Они все, но под снотворным. И по идее не должны никаких делать резких движений. Кракен что-то начал пунктировать, но не сильно. Он просто начал щупальца вот так вот поднимать, вот так вот медленно. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Ну, у нас Кракен оторвался. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Мэйдэй. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. У нас Кракен оторвался. Мэйдэй. Пока стрелять не буду. Сразу включаю режим автопилота. Кракен еще даже... Ну как Кракен еще не захотел еще это еще повалить. Он... Военное внимание! Ну к вам движется Кракен. Ну кто к нам движется? Кракен! Как это возможно? Ну, не задавайте глупых вопросов. Он начал двигаться, а потом как, ну, дернулся, и нитки, ну, все, ну, пооборвались. Вы живой, кто-то нам передает? Ну, да, я живой. Ну, все, но Кракен не рушит, он сейчас будет он бить он по земле. Ого, трясануло так нормально. Это очень плохо. Огонь! Меня съели. Так. Военный. А, ты видишь Кракена? Конечно, вижу. Ну как такую. Зачем же? Так. Так. Так, ну гигантский бык атакует, ну, Кракена, ну, пытается, ну, потому что
гигантский бык, он борется кракен, и ему сложнее ему передвигаться. Но кракен он, но кракен это огромный же, ну, осьминог. Ну давай, кракен, победи. Вытаскивает воду. Но гигантский бык отрывается, ну, из лап огромного, ну, осьминога. И теперь он вылазит на сушу. Кракен вылазит на сушу. Обхватывает, ну, своими, ну, большими, ну, щупальцами, ну, гигантского быка. Кажется, пора делать огонь. Выстрел! Это ракета в них летит, но больше обычного человека, но в раза два. Взрывается еще сильнее. Гигантский бык пытается наспихивать, ну, кракена на своей головы. Ну, у гигантского быка ничего не получается. И летит снаряд, ну, прям в быка, и происходит взрыв. Но взрыв был слишком маленький. Но для гигантского быка это просто щекотка. Мне кажется, ну что, ну что, кракен, победит, ну, гигантского быка, ну, потому что, ну, потому что, ну, гигантский бык, он неповоротливый. И кракен, ну, просто начинает спихивать, ну, в воду, ну, гигантского быка. Ему это удается. Гигантский бык в воде – это очень слабое существо. Все, он просто топит на гигантского быка. Ну все, ну гигантский бык утонул. А теперь, ну, кракен плывет, ну, к нашей огромной пушке. Ну, то есть прыгает. Так, ну, кракен уже на суше. Ну, кракен, он умеет он передвигаться он по суше, потому что это осьминог. Осьминоги, они хорошо передвигаются по суше. Ну, а кракен, он в голову попасть. Кракен, он защищает своими щупальцами голову. И по голове очень трудно попасть. Потому что, ну, кракен, он существо-то, он умное. Он не будет давать в голову. Всё. Третий выстрел.
Он сейчас, наверное, скинет пушку. Пушку. Потому что мозг наше на ядро от пушки не задело. Потому что Кракен умоет, он еще жить. В основном, но самое главное, это мозг. Мозг у них за все отвечает. Ну, всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Супер Дракон. Всем пока-пока.